И снова здравствуйте. Вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электролобзик Zubar L400. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический лобзик Zubar L400 поможет быстро распилить различные материалы. Он подойдет для резки деталей из древесины, плит ДВП и ДСП, фанеры, пластика, тонкой листовой стали. Это универсальный инструмент, который пригодится в быту и при выполнении профессиональных работ. Эргономичный электрический лобзик обладает мягкой противоскользящей накладкой на рукоятке и низким уровнем вибрации. Отличающийся удобством и функциональностью, этот лобзик подходит для пиления разнообразных материалов, одинаково качественно справляясь с каждым из них. Электрический лобзик отличается высокой надежностью. Для наиболее комфортного рабочего процесса в этой модели предусмотрена регулируемая подошва, позволяющая устанавливать направляющий упор, кнопка фиксации выключателя, возможность подсоединения пылесоса для эффективного отведения пыли. Благодаря защитной скобе пользователь защищен от получения травм в ходе рабочего процесса. Подключение осуществляется к обычной сети, применяется сетевой кабель с оптимальной длиной 2 метра. В комплекте, кроме самого электролобзика, вы получите пилку, имбусовый ключ и документацию, упаковка картон. Мощность 400 Вт. Электролобзик используется для распила изделий из дерева, металла, полимеров, пластмассы и других материалов. В зависимости от установленного полотна распил может быть как прямолинейным, так и фигурным. Регулировка частоты хода поможет настроить устройство под необходимый тип работы. Параметр составляет от 0 до 3000 ходов в минуту. Вы сможете выбрать подходящий показатель в зависимости от типа выполняемых работ. Ход пилки 18 мм. В модели применяется стальная штампованная подошва, она может отклоняться на 45 градусов при работе. Присутствует быстрозажимное крепление пилки для облегчения установки. Преимущество – обрезиненная рукоятка для надежного удержания, встроенный держатель для ключа, защитная скоба для защиты оператора при работе, патрубок подключения пылесоса для эффективного пылеотвода, кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе, регулируемая на угол плюс-минус 45 градусов подошва с возможностью установки направляющего упора, быстрозажимной патрон полотна с Т-образным хвостовиком для установки наиболее распространенного инструмента. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Сделать ровный рез проблематично. Нет кейса. Крепление пилки сделано не очень удачно. Шумноват. Очень трудно справляется с тяжелой древесиной. Опорный ролик плохо вращается. Подсветки нет. Но есть и позитивные отзывы. Недорогой. Удобен, легок в обращении. Быстрозажимной патрон. От силы нажатия на кнопку обороты меняются. Есть патрубок для пылесоса. Удобный хват. Низкий уровень вибрации. Не закидывает опилками область реза. Качественный пластик. Возможно, вы станете владельцем этой модели электролобзика. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!